Всем привет, дорогие друзья, канал Писарев ТВ. 3 часа, то есть 4 часа утра. Стас мельтешит по машине, что-то забыл, прячет что-то. Словом, мы направляемся самого сраня на рыбалку. Будем пробовать ловить на реке. Поплавком, за циртой, за мясом едем. Стас, поздоровайся. Со мной привет. Андрюшка привет. И Лукас. Все, мы гоним всем туда. Ребят, мы на реке, вот такой прекрасный вид. Рыбы полно. Видно по кругам на воде. Конечно, на камеру это не под... У меня нету зума, не увидите, но поверьте, рыбы много. Стас готовится, вон у него выход, видно, щучка какая-то погнала. Словом, не можем нормально ко всему готовиться, потому что сзади рыба плескается, и это... Вот, будем ловить на матчевые удочки. Я знаю, что многие раскритикуют, что матч это для ловли с берега, то есть сидячая ловля, мы это все знаем. Но, не знаю, по ощущениям, мне матч больше нравится, чем болонская. Именно в размере там, 4, до 4 метров, там, если больше надо, конечно, болонская снасть. Но в проводку мне матч, он звонче. Поплавочек стационарный, груз оливкообразный. Снизу вертлюжок и поводок 70 сантиметров 0,13. Вот тоненькие крючки должны быть, потому что насадка будет мотель 10 номера. Для цирты, будем цирту ловить, для цирты это самое то. Ну, может что-то другое будет клевать, это тоже. Привязываться к одной рыбе мы не будем, но... Так, Андрюшка, вы больше глубину сделай, меньше, то есть, извиняюсь. Глубины вообще нету, река высохла, можно сказать. Это не очень хорошо, хотя вся рыба как на ладони. Была рыба. Вот. Маленькая такая. Так, хорошо. Собираемся и будем включаться, когда будет нормальная рыба. В процессе все покажем и расскажем. Так, первая цирта утренняя. У-ху. Есть. Как он трясет. Красава. Супер. Так, класс. У нас такая вот трофейная уклейка. Трофейчик. Как же без трофея у нас. Пускаем, пусть живет. Словом, утро началось с хороших ноток. Рыбки есть. Нашли мы цирточку. И тряпочка у нас есть. Все классно. Андрюша старается первую рыбу свою поймать. Стас там сигаркой. Словом, пробуем, стараемся. Но даже если одна рыба есть, утро удалось. Задалось, можно сказать. Не зря ехали столько километров. Так, мотыльков, кто не видел старых моих видео, одеваю по 5-6 штучек на очень тонкий крючок 10 номера. Проводочку производим наискосяк, то есть придерживаем. Течение довольно слабое, воды вообще нету. Найти место довольно нелегко. Но как-то потихоньку мы ловим. Конечно, неудобно, если честно. Проводка очень маленькая. Буквально метров 5-10 пока что здесь на это место провести можно. Но для ловли в проводку это вообще... Но будем пробовать. Главное, что первую поймали. Так, поплавочек красиво прыгает. Есть. Есть. Еще одна цирта. Чувствую. Ай, как она прижимает, ребята. Вы не представляете. Это просто какой-то балдеж. Я вот честно скажу. В руке держу граммов, наверное, 300. Она небольшая тут. Но вот. Фух. Вимбочка. Цирта, рыбец, цирцец, как не хотите называйте, но вот она. Что, ребятки,
по 3 цирты у нас с Андрюшей. Ой, извиняюсь, по 4, да, уже? Или по 3? По 3? Или по 4? Ну, словом, по сколько-то. Одинаковое число. Но клев очень слабенький. Но пробуем, и ветер поднялся. Конечно, фидеры сейчас были бы кстати. Ну, есть как есть. Так, опять зацеп. Хорош сейчас. Так, крючки мы меняем часто на свежие. И крючок остался, вот мотылька. Мотылька нету. Очень быстро разбивает мелочь. Она опарыша брать не хочет. По сусекам скребем. Еще рыболова купили немножечко. Он уже домой уходил. Андрюшка, там булькают и головли большие. Ну, если что, говорю, спиннинг еще никто не отменял, но хочется именно цирты, рыбца поймать и зашушить. Стас пока ни одной рыбки не поймал, но он учится. Думаю, придет его славы момент. Пока вот так. Вау! Селедочка. Так, ребята, цирта. Ура! Так, супер. Люкс. Я сейчас опережаю Андрюшку. Андрюшка фотографировал рыбу. И у него из этих ровненьких ручек выпало. Да, Андрюша, так было? Нет, сама. Сама, но он ее отпустил. Он хотел ее отпустить. Лошар. Ну, мы потихоньку нашли вроде бы как бы место. И не совсем у нас так и плохо. Вот смотрите, тут как-то вот так вот мы от нуля уходим. Рыба сильная, классная. Довольно. Так, сейчас мы ее и потеряем. Так. Прыбега. Что-то было. Молодец. Одну отпустил, другую поймал. На уменьшение. Ну, вот так вот бывает на рыбалке. Сорвалась рыба. Стас, ну, блин, что мне сейчас делать тут на твоей удочке? Ты мешаешь закинуть. А вот с того берега бедолага у нас рассказывает, что он видит 5 головлей, но ни одного поймать не может. Это... Вот, ребята, похлопайте все вместе. У Стаса... Палка, ну извините. Стас, что-то у тебя так с рыбой никак, но вот интересные вещи ты достаешь всякие. Ты нас удивляешь всегда. Так, ветерок поднялся. Да. А я уже думал, у Стаса есть. Наконец-то у Стаса трясется. Цирта, покажи, Стас. О, вот она. А, сейчас еще сорвется. Давай уже доставай сегодня. Ну. О, наконец-то. Вот. Откуси ей голову, Стас. Как нормально рыбаки делают. Наконец-то Стас поймал свой первый цирт. Так, ребята, рыбка у меня очередная. Поклевку заснять очень тяжело, если честно, поэтому не снимаем, снимаем саму рыбу. Вот, и вот она, красавица. Но рыба красивая, зачетная, наверное, самая большая сегодня. Вау. Класс. Я его рыбачу на диппер. Андрюшка диппером проверяет. На мотыля. Только что поговорили, посмотри, где рыба. Сейчас он ее распугает всю. И мы долго рыбы не будем видеть. Ну вот Стас рыбку тащит еще. Наконец-то мы тут... Клев начался и, видно, подошла стая. И надо сейчас вот этот момент воспользоваться. Стаями цирта идет.
так вот потихоньку ловим рыбу. Вот такой вот колхозик у нас образовался. Вот так как клюет, ну что сделаешь. Речки, конечно, 15 километров не хватает. Красота. Стас вообще расслабился, снял боты босиком. Погода позволяет. В тельняшке босота, ему еще соломенную шляпу и бамбуковую удочку. И все в ажуре. Во. Покажи. Вот. И у этой рыбы вот видно передний нос такой. Она копается по дну. Придонная рыба. Во. Хотя подымается. Во. Тоже поклевка была. Все, ребята, я извиняюсь, но буду ловить. Ну что ж, ребятки, закончили рыбалку, складываемся, сейчас будет у нас подсчет рыбы, покажу наглядно, что наловили, погода классная, рыбалка классная, ну, словом, компания тоже, компания, да, тоже. У нас улов с Андрюшей вот такой вот получился, сейчас будем рыбу делить и домой. Все, всем спасибо, не хвоста, не чешуи, с вами был Пискарь ТВ, ребята фотографируются. Сушим сетки, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч!